Центральной городской больнице. Я бы хотела сказать, что общее число сотрудников составляет на 1419 человек. Из них врачей 230, средний момент персонала 640. Также младший медицинский персонал и прочий персонал обслуживающий, который в среднем составляет почти 500 человек. Значит, за 2014 год принято в наш дружный коллектив Бердской центральной городской больницы 318 человек. Из них к нам пришел 21 врач, в том числе и молодые специалисты, 44 медицинских сестры. Значит, показатель обеспеченности врачами составляет 23,3 на 10 тысяч населения, средними медработниками 62,9. Проблема для города и для нас является низкий уровень укомплектованности участковыми терапевтами, врачами, акушерами, гинекологами, врачами, анестезиологами, реаниматологами и врачами скорой медицинской помощи. Значит, в силу, скажем так, данной проблемы руководство Бердской центральной городской больницы осуществляет комплекс мероприятий для привлечения кадров, для профилактики, скажем, работы в целях снижения текучести кадров. Кадровые службы нашей больницы изыскиваются способы исполнения вот этого кадрового недокомплекта, а именно работа центров занятости населения города Бердска, которая в том числе эквотирует места для трудоустройства инвалидов в нашей больнице. В плане трудоустройства людей, которые имеют инвалидность, я бы хотела сказать, что на данный момент у нас в больнице работает 66 сотрудников, которые имеют